Турнир состоялся в Хабаровске. Участие в нем приняли юниоры до 18 лет. В составе сборной Бурятии на первенство отправились 17 человек. В их числе Валентин Даржитаров, который стал победителем весовой категории до 60 килограммов. Золото далось достаточно сложно. Все схватки были трудные, но в принципе все получилось. Ну вот как-то вот отсутствие полноценных тренировок, вот эта вся пандемия сказалась, не сказалась на тебе? Да нет, в принципе, не сказалось. Я чувствовал себя отлично. Да. Особо не было каких-то переживаний и так далее. Всего по итогам турнира в копилке сборной команды Бурятии оказалось 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовых награды. Тренеры считают, что потенциал у бурятской школы дзюдо есть. Это все-таки олимпийский вид спорта. Девушки у нас хорошо выступают. Поэтому я надеюсь и думаю, у нас потенциал в республике очень большой, и будет у нас и чемпионы, и Олимпийских игр. Времени на отдых у ребят нет. Данный турнир стал отборочным к чемпионату России, который пройдет с 1 по 6 февраля в Красноярске. Путевки на него завоевали 12 атлетов из Бурятии. Батыр Ламбаев, Алена Мироманова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.